Так, это Сатурн. 25 апреля 2019 год, Харьков, 4.18 по Киеву. И треклятая дымка все нам портит. Не дает аппаратуре нормально фокусироваться. Абсолютный штиль, снимать бы и снимать. Но эта дымка нам все размывает. До Сатурна сейчас 1,5 миллиарда километров, в 10 раз дальше, чем до Солнца, которая скоро будет подниматься над горизонтом. Ну ладненько. Сатурн. Красавец. И за то спасибо. Луна 395 тысяч километров сейчас от нас. Красавица. Если я ничего не путаю, то сейчас в экран вползает кратер Тихо. Даже если я путаю, ничего страшного. Датский ученый, по-моему, Тихо его именем назван этот кратер. В левом верхнем углу Аристарх кратер, один из самых молодых, 40 миллионов лет ему. И, пожалуй, на этом мои знания о кратерах на Луне исчерпываются, заканчиваются. Какая она щербатая. Да. Ну даже визуально уже становится видно. Солнышко потихоньку освещает небо, уже видна эта дымка. Какой-то орел вокруг Луны. Да, быстро перемещается Луна. По небосводу. Да, вот здесь вообще рельефно, как восьмерочка.
Самый молодой кратер, насколько я знаю, 40 лет назад зафиксирован. Появившийся. Красота. Ну что, посмотрим на Юпитер. Вон. Без особой надежды на Галилея его спутники. Ничего. Это только апрель, впереди все лето, думаю, будут и ясные погоды. До Юпитера сейчас около 600 миллионов километров. Ты смотри. Никак не поймается. Да, не фокусируется. Не хочет замечать Галилеевых спутников. Ну, по-моему, начинает не в ту сторону пошел. Фокусироваться. Ну где же вы там? О, вот, справа уже. Видим Ганимед. О, вот он, красавец. Ганимед справа. Слева два спутника сдвоенных. Это Европа ближе к Юпитеру и Ио. И справа поблескивает еще Каллиста. Ну, Юпитер, понятно, где Юпитер. Ну, лучшее, что можно при таких погодных условиях добиться. И на том спасибо. Убежал. Да, вряд ли получится отцентровать его. Перемещается по небу он быстро. О, хорошо. Еще раз справа Ганимед, посередине Юпитер, Европа, Ио. Где Каллиста, вон Каллиста. Ну все, большего и желать не стоит. Двадцать пятое апреля
2019 год, 4:28 по Киеву. И вон у нас уже зарево начинается. Да, это не звездное небо, это земля.